13 инфицированных и ни одного летального случая. Так звучит статистическая сводка заболеваемости COVID в нашей области за минувшие сутки. К этим обнадеживающим цифрам добавляются еще 2123 жителя Одесского региона, получивших прививки. Причем 1682 человека это сделали в Одессе. 13 червня працювали три бригади в центрах масової вакцинації, знову ж таки Фонтанська і Мегадом, і замість школи номер 15 на селищі Котовського в торговому центрі «Сім'я». Центри 14, 4 і 5 працювало більше 139 осіб. Городские центры первичной медико-санитарной помощи заключили договоры с Нацслужбой здоровья о вакцинации на 12 миллионов 688 тысяч гривен. Из них уже оплачено 380 тысяч гривен. В мэрии отметили, что Нацслужба выплачивает деньги только за фактическое количество провакцинированных. Так, работа одной бригады медиков стоит 8 тысяч гривен в месяц. Это приобретение расходных материалов и средств индивидуальной защиты, введение первой дозы вакцины стоит 25 гривен, второй 60. Чиновники напоминают, что вводят препараты Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac. Право выбора гражданам не предоставляют.